21 регионе России вслед за Москвой и Московской областью введут систему цифровых пропусков. Первыми станут Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Пропуска будут работать через интернет-портал «Госуслуги». По словам Сергея Собянина, нововведение уже дало положительный результат. Завтра в столице пройдет 5-я масштабная дезинфекция для предотвращения распространения COVID-19. Специальными растворами обработают все дороги и тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Особое внимание уделят территориям больниц и поликлиник, станции метро, вокзалов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.